Всем привет, с вами Марс. Мы продолжаем проходить дополнение к Скайриму Даунгард. В прошлой серии мы завершили ритуал и узнали местонахождение Лука Ауриэли. Параллельно мы сделали квест на возвращение некого помощника в форт Даунгардов, то есть Стражей Рассвета. Мы вернулись обратно в форт, чтобы посмотреть, как, собственно, дела идут наших работодателей. А после этого сразу же отправимся в пещеру, забыл как она называется, и достанем тот лук. Вроде как ничего не поменялось. Совсем? Зран. То есть ничего мне не хочешь сказать? Окей. Все, ладно. А, тут еще мне сказали, тролльчика можно купить. Крутого. Что-то вроде третьего помощника будет. Да? Да. Ты смотри, тролли. А ну-ка, у кого это? Кузнеца? Вот, держи. Ой, какой ёлк. Уходим отсюда. Идем уже добивать квесты. Надеюсь, там ничего сложного не будет с этим луком. Хотя, тем веселее. Сложности. Сложностей ведь мы не боимся, я так думаю. Если это будет по-нормальному сложно. Паладинный лук. Очень красивый. Так, куда нам нужно идти? Темное ущелье. Ладно, отправимся. На торчу деревни. По-моему, это в этой деревне. Там принц Даэдра какой-то. Повелитель крови. Они его, мол, почитают за бога. Может, там и несколько квестов есть. Вот так. Не знаю. Не помню. Что, все вымерли, что ли? Ни стражи, никого. Странно. Ну ладно. Так, по отзывам, скоро уже подойдет конец этому дополнению. Надеюсь, финал или развязка тут будут крутые и эпичные. Ну, как это заведено в Скайриме, в конце сюжетки там было. Эпичное решение, и в каждой из гильдий тоже там было прикольно. Ну, посмотрим. Все-таки лицензионное наполнение, все как надо. Должны сделать на славу, я так думаю. Ой, как тут темно. Ладно, не будем нарушать иллюзии.
Пробираемся тихо. Врагов пока не видно. Меня радует. Паук? Точно паук. Тихо. Тихо. Сирана? Ой, как у тебя глаза светят. Я прямо. А, тролль. Фу. Я же испугался. Чего мне не дают пройти-то? Твою мать, вниз что ли? Я не хочу вниз. Тролль, пожалуйста, дай я пройду. Сирана. Вот он, сукины дети, что же вы творите? Ё-моё. О! Да чё происходит? О, наверх. Скоты. И сюда. Блин. Чё это за херня? Да, вот это покатались. Ой, еще один подожди. Поди. Дайте сюда скотину. Ой, еще. Сирана. Сирана, извини. Убей это. Все. Блин, скоты. Вирусная база данных успешно обновлена. Простите, антивирус АВАС выдал свое присутствие. Сволочи. Да я чуть не обделался. Меня в Dead Space так скримерами не пугали, как тут. Именно что это было неожиданно, но круто. Мне понравилось. Водяная горка такая. Так, ну нам куда? Я тут немного плохо вижу. Нет, тут какая-то улочка показывает есть. А, может сюда? Нет. Иди сюда все-таки. Так, ну я вижу растяжку. Сейчас, кажется, плохо видно. Куда дальше? Так, ну нам по маркеру туда, но значит тут... Чего? Значит тут что-то есть по-любому. Не, надо вернуться. Надо вернуться. Ну тут что-то тут куда-то уходит. Далеко-далеко. А маркер прям уже в следующей комнате. Тут? А, тайный ход. Да, смотрите. Точно тайный ход. Ну ладно. Тогда, пожалуй, я правильно пошел. Правильно я пошел. Простите меня, сегодня я что-то я теряю. Так, ну ладно. Продвигаемся без особых
сложностей каких-то. Ой. Куда-то мы уже попали. Так, вижу тролля. Обычного пещерного тролля. Пошли посмотрим. Поздороваемся с ним. Все рано не по лемени. Как обычно, ты это умеешь. Так, еще один. Тихо. Это сиран? Да, это сиран. Тогда все нормально, двигаемся. А ты кто такой? Кто ты? Паладин? I am Knight Paladin Gelibor. Welcome to the Great Chancery of Orleans. Это пещера храма Ауриэля? Ориэл, Ориэл, Алкош, Акатош, so many different names for the sovereign of the state. Акатош, я понял. Ты Фалмер? Ух ты, живой Фалмер! Офигеть! Круто! Слушай, там у меня есть такой знакомый, который хотел твоей крови, ну, в смысле, чуть-чуть одолжить. Тебе не позачет ли? Да-да-да, точно. Я за луком пришел. У меня есть выбор. Ну, ясно. Какого рода помощь тебе нужна? О, брата-убийца. Ну, круто. Убить твоего брата, но зачем? I don't understand what he's become, but he's no longer the brother I once knew. It was the betrayal that did something to him. I just don't know why Orniel would allow this to happen. They swept into the chantry without warning and began killing everyone without cause. The chantry was a place of peaceful worship. I led a small group of paladins, but we were no match for the betrayers. They slaughtered everyone and stormed the inner sanctum where I believe they corrupted Bertha. Ты не можешь знать, жив ли он сейчас? He's alive. I've seen him. А, ты видел. Ну, тогда не проблема. He never looks as though he's in pain or under duress. He just stands there and watches. Он похож на обычного древнего эльфа. Древесного. Мясного, короче. Дорожное святилище, это что такое? Окей. Покажи. Это что? И что нам дает? Сейчас, подожди секунду. Ой. Что-то я не могу найти. Ну ладно. Ой. This sucker is known as a way shrine. They were used for meditation and for transport. There's an enlightenment. Prelates of these shrines were charged with teaching the mantras of Oriel while initiates. What's that basin in the center signify? Once the initiate completed his mantras, he did a ceremonial viewer in the basin of the way shrine center. Я тоже все такое хочу. So these initiates have a lug around a heavy pitcher of water.
How long do they have to do that? It's enlightenment. In bringing the ewer to the chantry's inner center. Pouring the contents of the ewer. О, нам надо наполнять какие-то кувшины. Would allow him to enter for an audience in arch so. All that is to end up dumping it out? Makes no sense to me. It's symbolic. I don't expect you to understand. So, let's get this straight. You need to leave all that nonsense to get into the temple so you can kill your brother and mine as well. I know how it all sounds. But if there was another way, I'd have done it long ago. The only way to get to my brother is by following in the initiate's footsteps and traveling from way shrine to way shrine, just as they did. The first lay at the end of Darkhall Passage, a cavern that represents the absence of enlightenment. Сколько еще дорожных святилищ тут находится? А, пять. Ну, немного. Ну, хорошо. They will allow you to draw the waters from the shrine's basin. Да, я, пожалуй, пойду. Maybe the last time we're able to converse. Otherwise, all I can do now is grant you my hopes for a safe journey. Спасибо. Так. То есть нам надо искать похожие каплички и наполнять походу вазы. Что ж, вперед. Думаю, до конца этой серии успеем. Ну, посмотрим, как далеко они находятся. Надеюсь, нам хотя бы маркера дадут. О, хорошо. Пошли быстрее, Сирана. Ой, твою мать. Что это за хрень? Курус-охотник? Ой, твою мать. Вот какие цветы прикольные. Дают цвет, когда к ним подходишь, и они исчезают. Круто все-таки. Так, надо быстренько пробежать. А никого там нет. Фауна. Хорошо. А бы я еще видел хоть что-то. Так, надо все-таки взять факел, а то... Хотя нет, у меня ж магия там прокачана. Свет свечи. Во. Так получше будет. Ой, ой, ой. Собака, куда я упал? А, фу, блин, я просто... Блин, это я испугался. Однако. Ты что, фаунера оживил? Серьезно? Прикольно. Так, а куда нам идти-то? Я потерялся слегка. Тут просто очень темно и довольно непонятно, куда идти. Ну, будем идти на врагов? Да. Так, минус. Минус. Так. А ладно. О, тут вас много будет. Чувствую. Так, лучше подняться. Ага, лучше подняться. Тут ничего нет. Да умри. Ты
ты скотина. Ты... Подожди, ты какой-то необычный, Пауна. О, собрать кровь еще. Да подожди ты, ну. Посох какой-то. Блин, да черт, что происходит? Охренели тараканы. Так, окей, дальше куда? Не сюда ли? Ну ясно, нам не показывается, куда идти. Так. Да нет, по идее, не сюда. Куда идти-то? Темно как. Не буду говорить где. Еще карта такая нечеткая. Па-па-па-па. Да, я чувствую, в эту серию мы не уложимся. Так, тут я был. Да, тут я был, отсюда я пришел. Дьявол. Неужели я заблудился? Хотя нет, что-то тут есть. Что-то тут. Угу, есть, нашел. Сиран, с кем ты там воюешь? А, во. Да. Я правильно пришел. Блин. Так, ну мы приблизительно на том же месте. У меня опять вылетело в жопу еда. Опять не, по непонятным причинам, как будто по традиции уже. Мать, откуда? Иди нафиг. На-на, скотина. Фу, я по-быстрому пробежал до этого момента, чтобы... Кто мне мешает? По-быстрому пробежал до этого момента, чтобы не тратить ваше время зря. И черт, это такое хреновое подземелье. Тут, во-первых, нихера не видно, даже с факелом. А во-вторых, то полно мерзких фаунеров. Какой-то ужас. Угу. И веселье продолжается? Я так понял. Идите в жопу, Корка. Так, дальше. Ой, ой. Ух ты. Хера себе, моим сильным ударом даже не пробивает его. Идите в саку. Все. Ты кто такой? Ну, окей, собрать кровь. Да ладно, броня фаунера. Класс, а ну-ка. Не знаю, я хочу посмотреть на это. Фаунерская броня, прикиньте. По-моему, это круто. О, какая. Конечно, у нее нет тех характеристик, что есть у моей, но, блин, она прикольная. Ладно. Перчатки мои, да? Шлем мой. И все, я вроде больше ничего не менял. Так. Двигаемся дальше.
Тут такой мостик через водопад. Прикольный. Помылись заодно. Так, ну, вроде правильно. Ловушка. Ну. Обычная фаунерская ловушка. Эй, 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 где мой факел? Блин. Простите. На факел опять взять. Нифига не видно абсолютно. Из факелов. Так, это что? Тоже ловушка? Не, она какая-то. Е-мое, я понял. Нет? Ты, о чем же тогда прикол? Ладно, я понял. Она на меня просто не реагировала. Все, я понял. Сирана, ты дура. Ты овца, Сирана. Ой, если бы я мог выбирать, идти мне с напарниками или без. Чё это за херня? Фу, квака. Так, блин, то есть этот мостик никуда не ведет? Тоска, печаль. А, может сюда нам. Ну, как видите, это подземелье очень-очень темное и очень-очень неочевидное. Так, не палимся? Конечно, не палимся, Сирана. Ладно, чё с тобой? Да, тут мы ещё не были. Записки из темного ущелья. Ладно, потом почитаю. Не время. Окей, я понял. Тихо. Ты... Долинный саблезу? Такого я еще не видел. Прикольный. Ладно. Надеюсь, его не было в красной книге, ибо я его так бесцеремонно зарезал. Тролль. Нет. А-а-а, что происходит? Ты так кашляешь? Да ты? Ты не кашляешь. А ёб твою мать. Ещё раз кашлянёшь, я тебя прирежу, понял? Так. Ну, чёртовы демоны. Посмотри, как они... А куда идти? Куда идти, мать вашу, страшно же. Страшно, темно. И мерзко. Они снились? Да уж, это фантастично. Надеюсь, факел не потухнет под водой. Так, ну вылазь ты, ёб твою мать. Ать, немного срезал. Судя по всему, нам надо куда-то сюда. Вот. Ага. Ну тут я не был точно. Вот еще один. На-на. Он даже ничего не успевает не сделать. Ну, все нормально. Я очень крутой персонаж. Очень.
Твою мать. Вот это фейл. Ой. Прости, да. Ладно. Простите меня, я навернулся с этой херни. Ну там ничего не было видно, может я еще поспешил в придачу. Все равно. Ну черт. Все, теперь буду смотреть под ноги. Ну как я тут мог упасть-то? Капец. Welcome, initiate. Да. Then behold Ariel's gift. Открывай эту херню. Light your path as you seek tranquility within the Кочинова. Welcome, initiate. May you try and... Открывай. Быстро. Ага. Так. Это куда? Портал забытый в долину. Ну, нам туда не нужно. Резервуар для воды. Ага, ну это просто, то есть набрали воду, все. Ну, вот. То есть нам следующий портал, да? Хорошо. Ну, если так нам придется сделать где-то 5 раз, то это мы точно не успеем уже в этой серии. Так, а где это? О, новое место. Ладно. Ты не подходи ко мне сзади, ладно? Что ж, на этом, я думаю, мы завершим эту серию. Продолжим следующий. Я смотрю, есть маркеры, поэтому сложно не будет. Всем пока, до новых видео. Спасибо за просмотр.